Можно извинить, что я так время забираю. Вот вы сейчас сказали, что мы настолько продвинулись, вот, что Творец нам раскрыл разбиение на физическом уровне. Просто если напрямую вот эти ваши слова интерпретировать, получается, что чем лучше мы продвигаемся в духовном, вот, тем хуже нам Творец делает на физическом уровне. Или здесь неправильно что-то я? Лабдавка, лабдавка, зело, зело нахон. Это не обязательно, нет, это неверно. То, что обычно раскрываются беды, духовные проблемы и материальные, есть между ними связь, мы будем это изучать. Это не так просто, это не просто. Но мы видим, мы же читали об этом и слышали, что Творец говорит, что если мы приходим к раскрытию перед окончательным исправлением, там проявляется война Гога и Магога, то есть там всякие такие войны Машиаха, там такие огромные страдания раскрываются. Но эти страдания, которые раскрываются, они... Мы уже будем вооружены правильно, внутренне, каждый и все вместе, чтобы мы могли бороться, воевать каждый с собой. И будем надеяться, что мы пройдем эти войны в правильном виде, и часть из них мы уже находимся в них. Часть войн окончательного исправления Гмартикуна, войны Машиаха, мы уже находимся в этом. Так будем надеяться, что мы пройдем их быстро в духовном виде и так пройдем в светлый мир.